Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня пятница у нас, погода чудесная, плюс 8, тепло. Видите, даже у нас в районе уже почти снег растаял, там немножко вон на футбольном поле, а так его практически уже нигде нету. В центре вообще его давно нету. Так что погода хорошая. Сходила я за продуктами, потом зашла в магазин и вам сейчас все покажу. Вот взяла такие булочки с сыром. 8 штук здесь их, половину отнесу подруге, 4 оставлю себе, половину отнесу ей. Вот. Потом взяла вот такой фарш, я его уже брала, очень хороший фарш, говяжий фарш. Вот такая колбаска, тоже вкусная, но мне тоже столько не надо, отнесу половину подруге. Виноградик, яйца, тоже отнесу подруге, она будет что-то печь. Пускай печет, она всегда, когда печет, и мне дает. Вот такой сыр Виола. Тоже вкусный такой, с кинусками, с карамелью. Вкусный такой сладкий сыр, который на хлебушек можно на булочку мазать. Вот такие два десертика тоже с карамелью, я их тоже люблю. Вот такие куриные шматочки. Вот. Сейчас переверну сюда. Кананугетти. Кананугетти – это ну, куриные эти полуфабрикаты. 200 грамм, они без лактозы. Вот так вот их столько здесь, тоже мне столько не надо, я себе на вечер сделаю. А, ну, отложу половинку, половинку отнесу Нине. Такой один помидор взяла попробовать какой-то, не знаю, откуда он. Примора какая-то, думаю, вкусный. Один лимон взяла. Это, видите, селедочка. Селедочка, вот написано, томати сили. Это селедочка в томатном соусе. А это обычные оливы. Оливы. Вот взяла. Я люблю оливки. Вот укропа взяла. Большой стаканчик такой. Это такой из курицы бутерброд. Не знаю, посмотрю, что это за бутерброд. Если вкусненький съем, невкусненький выкину. Два вот таких батона. Один и вот второй с чесноком. Я их очень люблю. Такие батончики. Вот такие сладкие штучки. Там слоеночки и муночки. Ну, пончики. Вот. Потом один вот этот кабачок. У меня синенький один лежит в холодильнике. Я их потом стушу. Синенький с кабачком, с лучком, с укропчиком. Вот так. Потушу. Типа икры сделаю. И вот там... У нас же сейчас предвыборная кампания идет. Вот. И это здесь семена. Видите, вот там травка нарисована. Это такие пакетики раздавали. Здесь 10 грамм такой травки. Ее можно посеять, и она вырастет до 22 года, видите, она. И она вырастет. У меня есть горшочек, там немножко земли. Я ее тоже посею, и будет у меня травка красивая. Ну, потом же, конечно, пошла в магазин. Не выдержала, пошла опять в Стокман. Я вам вчера говорила, что там вот кофточки были по 80% скидка. Но я не стала стоять, потому что большая очень очередь была в кассу. Сегодня в кассу почти нет людей. Видите, вот она стоила... 16,90, это М-ку взяла, а это XL взяла. Себе или кому-то в Запорожье повезти, подарить. Вот я покажу вам чек. Вот они по 2 евро, 2 евро, 2 евро. Заплатила я 4 евро за 2 кофточки. Вот магазин Стокман. Вот, еще дали вот такую купоночку на 15% скидки. Вот. Ну, я не... Это если вот на 100 евро покупаешь, написано, тогда 15% скидка. Это что такое, связанное с косметикой, с парфюмерией. Ну, я такое не буду покупать. Оно мне не надо. Просто так взяли, так я не выбросила сразу. Привезла домой. Потом пошла еще в магазин этот Нью-Йоркин. Видите, вот магазин Нью-Йоркин. Купила вот такие вот ботиночки. Аня моя любит такой каблук высокий. Они такие тканевые, стрейчевые. Вот она ж у нас ходит в таких... На работу. Вот купила ей. Вот сейчас покажу вам, сколько они стоили. Вот они стоили. 29,95. Я за них заплатила евро. Вот чек, видите? В Нью-Йорке. Вот я за них заплатила евро. 2 евро дала. Мне евро дали сдачи. Вот видите? Вот. Такая вот. Магазинчик такой. Вот. Он находится. Фирма находится... Хельсинки этого магазина, а в Турку вот написано в Хансе, это большой торговый центр, Эрикенкату 15. Вот видите, в течение 14 дней можно возвращать
и возвращать и менять. Но только нельзя спортивную, это для купания, купальники и белье. Этого менять нельзя. А так можно все менять. Я ничего менять не буду за евро, даже если ей они не понравятся, она кому-то отдаст и будут довольны. Вот они, видите, в Нью-Йорке. Магазин. 38 размер, сделанный в Китае, конечно. Да, сейчас все в Китае делается. Вот такие мои были покупочки, видите. Две кофточки. Они трикотажные. Сейчас я даже посмотрю качество. Что тут за качество в этих кофточках. Если найду, конечно. Должна найти. А, это моя нога. А, что-то не вижу. Да какая разница за 2 евро, господи. Какая разница за... Я чеки вам показала, потому что, может быть, кто-то, знаете, смотрит и думает, выдумывает. Тетка, не бывает таких цен. Бывают, бывают. Приезжайте к нам на закупочку. У нас такие цены бывают. Вот. Вот еще раз покажу. Вот еще покажу то, что взяла. А завтра суббота, у нас день церкви. День церкви. Вот видите, 30-го, 3-го в церковь. А вот видите, красивый этот самый буковель мне. Настюша привезла этот магнитик, когда вот была вот, отдыхала с мамой на курорте, на горнолыжном. Вот. Так я пойду в церковь, поэтому я не стала сегодня брать ничего много. Зачем оно мне надо? Я все равно всегда половину все отдаю подруге. Вот. Она не ходит. У нее муж такой не очень здоровый, поэтому лучше дома сидеть. Вот. А я схожу завтра. И опять же, если что-то дадут, принесу же тоже с ней поделюсь. Она тоже со мной всегда делится. Когда она печет пирожочков, там такого всякого. Холодца она варит, всегда меня зовет. Пельмени налепит, всегда меня зовет покушать пельмени. Вот. Так что мы с ней дружно живем, всегда делимся. На этом буду заканчивать. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. До новых встреч.